начале 17 века Русь Московская подошла к последней черте. Экономический развал, политический хаос, война в самом сердце страны, бесконечные убийства, расправы, казни и ссылки лучших русских людей – все это вошло в историю под названием «Смутного времени». В Москве, разграбленной чередой самозванцев, на трон взошел польский король. Призрак католичества встал над Россией. Страна должна была навсегда исчезнуть с карты мира. Но 4 ноября 1612 года произошло событие, которое переломило ситуацию. В этот день народное ополчение, собранное нижегородским купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, штурмом взяло Кремль и выгнало поляков из Москвы. До сих пор непонятно, как в стране, буквально раздавленной за 15 лет полнейшей неразберихи, нашли силы, способные поднять тысячи абсолютно разобщенных людей и привести их к победе. Этот день – одна из самых больших загадок русской истории, в которой почему-то до сих пор никто не пытался разобраться. Что же такое смута? В научной литературе есть определение. Это политическая и социальная нестабильность, вызванная пресечением царской династии. Это паралич центральной власти, который приводит к сильнейшим народным волнениям. Приведу пример, чтобы было понятно, что такое смута. Утром в ваш город въезжает отряд и говорит: «Мы от законного царя Дмитрия Ивановича». Сажают воеводу, собирают деньги, бьют непокорных, ну, все как полагается. А на следующее утро в ваш город въезжает другой отряд. «Мы от законного царя Василия Ивановича». Сажают своего воеводу, собирают деньги, бьют несогласных. Но завтра приезжает третий отряд. И так до бесконечности. Понятно, что у нормального обывателя, который жил тогда в России, началась ломка сознания, которая привела к тому, что случилось прежде невозможное. Народ выступил против царя. Это был кризис системы. Переломить его мог только человек, способный организовать и направить массы людей по верному пути. Но кто же победил смутное время? Казалось, ответ напрашивается сам собой. Минин и Пожарский. Именно их народное ополчение спасло Россию. Однако мало кто знает, что князь Пожарский в то время, когда ополчение шло к Москве, был тяжело болен и физически не мог управлять войсками. Поэтому совершенно непонятно, как ополченцам, которые не имели военного опыта, удалось с первой попытки прогнать из Кремля профессиональное польское войско. Ведь это не смогло сделать первое русское ополчение под началом Прокопия Ляпунова. Что же стало причиной успеха 4 ноября 1612 года? Вероятно, чтобы ответить на этот вопрос, нам надо углубиться в изучение смутного времени, этой самой запутанной эпохи русской истории. Как ни странно, смутное время оставило огромное количество документов. Это 40 сочинений современников и примерно столько же записок иностранцев. Это тысячи делопроизводственных документов, приказов тогдашних министерств. Это порядка 80 грамот, посвященных избранию на престол Михаила Федоровича. Это хронографы и разрядные книги, в которых очень подробно описываются события того периода. В общем, этот период действительно очень хорошо освещен в исторических источниках. Такого количества документов не оставила ни одна другая эпоха. О смуте начала 17 века мы должны знать лучше, чем даже о событиях 50-летней давности. Однако все документы настолько противоречивы, что по ним более-менее точно мы можем выстроить только последовательность событий. Началась смута с того, что в 1598 году умер сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович. Род Рюриковичей пресекся.
Престол занял шурин царя Борис Годунов. Но через 3 года по стране поползли слухи о том, что младший сын Грозного, царевич Дмитрий, убитый в Угличе, жив. Народ захотел убрать Годунова и посадить на трон законного наследника. Скорее всего, Годунов не смог удержать престол, но проблема решилась естественным путем. Годунов умер. А в Москву прибыл первый самозванец Лжедмитрий. В 1606 году его убивают в результате заговора Василия Шуйского. Сам Шуйский становится царем. Но через некоторое время его тоже свергают. Власть переходит к группе бояр, которые сажают на трон польского королевича Владислава. Москву занимает польский гарнизон. Вся эта правительственная чехарда происходит на фоне страшного голода, который прокатился по всей стране. Ежедневно повсюду на улицах подбирали сотни мертвецов. Всего под Москвой было похоронено 127 тысяч человек. В городах дело доходило до людоедства. Матери ели своих детей. Иностранцы в своих записках советовали любому путешественнику весьма остерегаться хозяев, у которых он останавливается на ночлег. Через 3 года с голодом справились. Но помрачение духа осталось. Вот что пишет один из современников. И перестали православные верить в Бога, грабят храмы, вытаскивают образа, заводят туда блудниц, коней, собак. И вот еще. Дети матерятся, родители не слушаются. В это время один за другим в стране появляются второй и третий Лжедмитрий. О прочих самозванцах учебники истории ничего не пишут. Однако по документам мы проследили. На самом деле их было не меньше 30. В какой-то момент в стране оказалось даже сразу 2 патриарха. Это полностью деморализовало людей. Насколько сильным потрясением для простого народа была смута, можно судить хотя бы потому, что к 1613 году пьянство в стране возросло в 20 раз. Но как в таких условиях удалось не просто собрать ополчение, но и сделать его настолько боеспособным, что московский Кремль был сразу взят штурмом? Вряд ли это было возможно без князя Пожарского. Ему доверяли. Тогда говорили, ежели князь Дмитрий нас поведет, так мы пойдем. Совершенно очевидна также и роль колоссальной энергии и предприимчивости Кузьмы Минина, который сумел, кстати, не потратить ни одного собственного рубля на сборы. Представляете, вот когда ополчение пришло из Нижнего Новгорода в Ярославль, а шли по этому пути, по Волге до Ярославля, а потом из Ярославля до Москвы, Минин сумел взять в руки купцов ярославских, которые не хотели раскошеливаться для того, чтобы помочь ополчению. И Минин заставил их. Представляете, какой авторитет был у этого человека. Вот тут мы подошли к ключевому моменту истории, который исследователи почему-то обходят молчанием. Действительно, князь Пожарский, несмотря на свою болезнь, довел ополчение до Ярославля. Это было в середине июня 1612 года. Но выступил он из города только через 2 месяца, 18 августа. Почему же ополчение так долго стояло в Ярославле? Историки об этом не говорят. Но, похоже, князь был в нерешительности, так как понимал, что его войско недостаточно подготовлено к штурму и не хотел рисковать. Если бы не помощь со стороны, о которой речь пойдет позже, Пожарский мог вообще не выступить на Москву. И тогда России действительно не стало бы. Но в таком случае можно ли считать князя спасителем страны? Внезапно князь все-таки решается на бросок. Как нам удалось установить, это решение он принял только после разговора с человеком, о роли которого в смутное время было запрещено говорить. Вот тут и появляется загадочная фигура, без которой, похоже, князь Пожарский не остался бы в памяти народа героем. Но кто этот человек? Кто говорил с князем? И не он ли является крестным отцом русской победы 4 ноября 1612 года?
Неизвестно, какая погода была в Москве 21 февраля 1613 года. В тот день Красная площадь была буквально наводнена людьми. Сюда на лобное место поднялись 4 человека. От имени Земского собора они объявили, что смутное время окончилось. Царем избран Михаил Романов. Одним из этих 4 был Авраамий Палицын, келарь Троицы Сергиевой Лавры. Случайно ли он оказался в числе тех, кто объявил нового царя? Безусловно, нет. Но почему келарь был удостоен такой чести? Ведь он всего лишь администратор, заведующий хозяйством монастыря. Ответить на этот вопрос тем более интересно, что практически все дореволюционные историки давали Палицыну крайне негативную оценку. Его называли человеком неустойчивым в убеждениях и весьма неразборчивым в средствах достижения личной выгоды. К тому же Палицын совершил государственную измену, когда отправился вместе с боярами к польскому королю. Но, прибыв в ставку Сигизмунда, он начал вести себя странно. Началось с того, что он сепаратно, отдельно от других членов посольства, послал королю свои отдельные дары, которые оказались богаче, чем официальные дипломатические подарки. Обратив на себя тем самым внимание Сигизмунда, он завел с ним отдельные переговоры, в которых, скорее всего, убеждал его самому стать царем на Руси, что фактически ставило Россию в положение польского владения. Скорее всего, он и в этом руководствовался интересами Руси, но как-то своеобразно. В конечном итоге происходит следующее. Поляки бросают в тюрьму всю русскую делегацию, кроме Палицына. А инок Авраамий ценой предательства возвращается в Россию. Но тогда непонятно, почему именно он вручил царский посох новому русскому государю. Все становится на свои места, если знать, что Авраамий Палицын и был тот самый человек, который приезжал к князю Пожарскому в Ярославль. Нет никаких сомнений в том, что именно Палицын сумел убедить его выступить на Москву немедленно. Вот еще один эпизод, который рисует невероятную силу убеждения Авраамия Палицына. На штурм Кремля у его стен сошлись ополчение Пожарского и казаки Трубецкого. Так получилось, что 2 ополчения повздорили, и казаки отказались вступать в бой. Положение опять спас Палицын, который добрался до отряда и, как пишет Ключевский, сказал: «Вы, сражаясь за веру и Отечество, многие раны приняли, голод и нищету. Слава вашей храбрости, как гром гремит в ближних и дальних государствах. Что же, неужели ваши раны и ваши труды должны пропасть теперь даром?» Эта история показалась нам странной. Почему казаки отказываются вступать в бой, если для них, как мы всегда считали, любое сражение – слава и честь? Но казаки начала 17 века – это совсем не те люди, которых мы знаем по Тихому Дону. Это еще не сословие на государственной службе, а скорее община, в которой собирался самый разный сброд. Бывшие холопы, крестьяне и деклассированный люд, который смута плодила массами. Эти люди жили не за счет труда, а просто контролировали определенную территорию. Они занимались поборами, как бы мы сегодня сказали, рэкетом. Таких людей Авраамий Палицын вдохновлял не только речами. Он пообещал казакам за участие во взятии Москвы громадную сумму – 1000 рублей из монастырской казны. Однако сложность ситуации заключалась в том, что таких денег у Троицы Сергиевой Лавры не было. Палицын впервые в истории России принял совершенно невероятное для инока решение. Он велел снять в Троице Сергиевом монастыре ризницу и послать казакам золотые и серебряные сосуды, ризы, украшенные драгоценными камнями, и многое другое. Все это под залог обещание впоследствии заплатить казакам за штурм Москвы 1000 рублей. Казаки, увидев ризницу, были настолько поражены, что тут же избрали 2 атаманов и отправили все ценности назад в монастырь с грамотой: «Не взявши Москву, не уйдем».
Если бы не Келарь Палицын, ополчение Пожарского и казаки Трубецкого никогда бы не объединили свои силы, а по отдельности они бы не смогли победить. Вклад Аврааме в преодоление смутного времени на Руси трудно даже оценить. Хотя вот история распорядилась так, что мы ничего почти не знаем об этом человеке, но хотя бы потому, что нам известно, можно судить, что вряд ли кто-то больше него действительно сделал для восстановления русского государства. Потому что Минин и Пожарский, они были патриоты, да, они очень много сделали. Минин в финансовую сторону дела, Пожарский в военную, но им нужен был какой-то организатор и вдохновитель всех их побед. И вот именно такую роль сыграл забытый впоследствии инок Аврааме. Получается, Авраамий Палицын и есть та фигура, благодаря которой страна была спасена. Но почему тогда о роли этого человека забыли? Или о ней намеренно умалчивали? Уже много лет историки выдвигают различные версии. Одна из них – якобы традиционная для России неблагодарность. На самом деле Романовы не проявляли особой неблагодарности. Мы знаем, что сохранился список всех лиц, которые жертвовали ополчению Минина и Пожарского. Любые деньги, вплоть до медного крестика, который пожертвовал какой-то нищий. И всем им Романовы впоследствии скрупулезно эти деньги возвращали. Но одно дело отдавать долги, а другое дело реально делиться с властью. В России никогда не любили чересчур умных при власти. Поэтому понятно, что очень скоро Авраам оказался отодвинутым и отправленным обратно на Соловки. Мотивы Романовых в удалении Авраамия Палицына и замалчивании его роли понятны. Совершенно неясно другое. Почему такой умный и расчетливый политик, как Палицын, допустил это? Но Авраамий Палицын не был серым кардиналом, который любой ценой цеплялся за власть. Учтите, что возраст был уже солидный. 70 лет, по тем временам уже глубокая старость. Может быть, он сам хотел уйти на покой и завершить свой главный труд – вот эта история осады Лавры, в которой, как в увеличительном стекле, преломилась вся трагическая история России начала 17 века. Может быть, это был его, именно его завет, его дар, который он оставил будущим поколениям. Завет не допускать смуты любой ценой. Похоже, Палицын считал свою историческую миссию выполненной. Но что интересно, сам инок верил только в святое предначертание победы. Даже сегодня существует точка зрения, что страну от смуты спасли не люди, а казанская икона Божьей Матери. Чудотворная казанская икона появилась еще во времена Ивана Грозного. Летом 1579 года в Казани случился страшный пожар, который уничтожил почти весь город. После, по преданию, Богородица явилась во сне девятилетней девочки Матрёне Анучиной и указала место на пепелище ее дома, где должен лежать чудотворный образ. Девочка рассказала об этом горожанам, но ей не поверили, а Богородица являлась еще и еще раз, трижды. Тогда Матрёна сама пошла к указанному месту, и действительно, на глубине трех локтей она нашла икону, почему-то совершенно не тронутую огнем. Образ сиял, как будто только что был написан, хотя и лежал в прахе пепелища. Это было чудо. И икону, явившуюся миру при таких странных обстоятельствах, стали почитать как чудотворную. По традиции, с нее сделали несколько копий, так называемые списки. Один из этих списков, ополчение Минина и Пожарского, несло из Нижнего Новгорода в Москву. В документах мы нашли интересное упоминание. Князь Пожарский перед боем не давал ополченцам спать целые сутки. Последние несколько часов воины молились казанской иконе Божьей Матери, а до этого рыли могилу для тех, кто будет убит в предстоящем бою. Но зачем князь отдал этот приказ? Дело в том, что человек, не спавший более суток, лишается эмоций. Он превращается в машину, которая хорошо выполняет свою задачу. В нашем случае идет напролом и убивает врага. Этот эффект доказан современной наукой о физиологии.
Вероятно, как опытный воевода, князь Пожарский знал о таком свойстве уставшего воина и использовал его. Но многочасовая молитва перед чудотворной иконой, вероятно, придала ополченцам какую-то особенную силу. Ну что ж, это известный рецепт, который потом предлагал Суворов. Его наука побеждать, день учиться, день молиться на третий штурм. Для преодоления любого общенационального кризиса важна некая уверенность в своих силах. Я думаю, что и в эпоху смутного времени тоже вот такое самосознание, оно все-таки первичнее, нежели любые военные и политические победы. 4 ноября 1612 года Москва была освобождена от поляков. В благодарность за помощь в победе войска пронесли по Красной площади с крестным ходом Казанскую икону. С тех пор ее почитают как спасительницу, а тот день назвали праздником Казанской иконы Божьей Матери. В связи с этим возникает вопрос. Кто придумал, чтобы второе ополчение шло на Москву с иконой Казанской Божьей Матери? Кто знает, может быть, Авраам Палицын, который был образованнейшим человеком на Руси того времени, не понаслышке знавшим о значении чудотворных икон, о том, как они способны влиять на людскую психологию, не он ли каким-то образом посодействовал созданию этого списка и тому, что вот именно он стал символом вот этого движения. Казанская икона несколько раз помогала русскому воинству и после смуты, и в Отечественную войну 1812 года, и даже в Великую Отечественную. Есть свидетельство, что Сталин трижды отдавал приказ совершать облет с Казанской иконой Божьей Матери вокруг Москвы, Ленинграда и Сталинграда перед решающими сражениями. Считают, что генсек верил в то, что икона совершит чудо и как бы укроет спасительным пологом эти три города, и враг не сможет пройти. Так и случилось. Немцы не смогли взять ни Москву, ни Ленинград, ни Сталинград. Некоторые исследователи военной истории утверждают, что рационального объяснения этим нашим победам нет. Однако с приказом Сталина не все однозначно. Это сказка насчет религиозного покаяния Сталина. Но более того, скажем, с 1948 года по 1953 ни одного храма в Советском Союзе не были открыты. То есть вот последний период жизни Сталина. Я полагаю, вы понимаете, что на досажденной Москвой 1941 года самолеты без разрешения товарища Сталина летать не могли. Вот. А вот нельзя представить себе, чтобы он пошел бы на этот поступок, был вдохновлен бы вот столь очевидным чудом, а после этого снова бы начал бы гонение на церковь. 100 лет назад Казанская икона Божьей Матери исчезла. Ее украли. Одни считают, что эта икона погибла, другие, что она до сих пор где-то спрятана. По старинному пророчеству, возрождение России наступит только тогда, когда эта икона вернется назад. Недавно Ватикан передал русской патриархии чудотворный список Казанской иконы, который тоже долгое время считался утраченным. Означает ли это, что древняя русская святыня начала возвращение домой? Недавно высшие иерархи Русской Православной Церкви совместно с главами российских мусульман, иудеев и буддистов выступили с беспрецедентным предложением отменить 7 ноября, а вместо него ввести новый государственный праздник – День окончания смутного времени в честь освобождения Москвы народным ополчением Минина и Пожарского. А отмечать его 4 ноября в праздник Казанской иконы Божьей Матери. Это предложение Межрелигиозного совета заставило нас задаться вопросом, что такое день 4 ноября 1612 года? Насколько важен он для нас сегодня? Да и нужен ли спустя почти 400 лет? Я думаю, что сейчас важнее даже не позитив, а негатив в этом переносе даты. Важно, от чего мы уходим, а не к чему приходим. Вот очень важно отцепиться от даты 7 ноября, отойти от нее, вот, оставить ее в 20 веке красным и кровавым. Потому что, конечно, день начала гражданской войны считать днем национального примирения – это просто издевательство на здравом смысле. 4 ноября 1612 года в известном смысле наш забытый день Победы. Как если бы вдруг все забыли 9 мая. Есть и забытый неизвестный солдат смутного времени.
инок Авраами Палицын. Имеем ли мы право не помнить свои победы и своих героев? Почти 200 лет назад, в 1818 году, этот вопрос уже был задан. Именно тогда на Красной площади появился памятник Минину и Пожарскому, без которого уже невозможно представить Москву. Сегодня, спустя еще два столетия, наверное, пришло время вспомнить не только героев, но и тот день, когда всем миром Россия смогла отстоять свою независимость.